грудень, и я снимаю репетицию по сфирскому цирюльнику. Это декоративные огромные маски, они очень тяжелые. Вот такими белыми личиками. И женскими красными губами. Сегодня у нас 15 число. И я нахожусь на сцене. Опа, за кулисами. Опа, на сцене. Опа, за танцем. Опа, на красной полоске. А, знаете, как вот эта вот сторона? Две стороны так отделяют. А я посередине. Вы готовы? Две стороны экватора. Хоп, хоп, хоп. А это две стороны театра. Это репетиция, да. Рассказывают, как, куда надо двигаться, какое действие нужно выполнять. Вот, таким предметом. Это фортепиано, мини-фортепиано специально для меня. Конечно же, это не для меня, а для сивильского цирюльника. Можно вот играть. Или Санта-Лючи петь. Сульма, Релючика, Лестеро, Жарджинто. Ну или другие произведения. Вот тут можно ставить. Красиво, я себе тоже хочу. Я принесла, да? Вы подписаны на мой канал? Если да, это вам повезло, это хорошо. Если нет, то подписывайтесь на мой канал. Я вам покажу еще много разных предметов, как вот как это огромное ружье. Примерно метр. Не, наверное. Не, не 2 метра. 1.50 метра, наверное. Вот. Еще много интересных вещей я вам покажу, если вы подпишетесь на мой канал. Ну, вот такие. Их тут много, смотрите, сколько. Это не просто современные пистолетики, вот такие маленькие. Я еще вешалку нашла. Это бабушка, наверное, какая-то куличи там или что, готовила в печке, забыла тут. О, вот еще одно такое большое ружье. Сена, скелет. Ты подписан на мой канал? Это скелет. Кости. Что-то он не настоящий. Если бы он был настоящий, он бы выглядел по-другому. А я тыкву нашла. Вот такая тыква. Как будто шапка огромная. Ой, ну ладно, оставим ее в покое. Бочка. О, а вот волшебная лампа Аладдина. Нет, это не волшебная лампа. Да, как играть, что ли? Не знаю, для чего это. Ладно. Положу на место. О, барабан щелкунчика есть, да? Синий. Ну, а тем временем, пока вы все разглядываете, я хотела бы... О! Я боюсь это брать, поэтому лучше просто вот так вот с камеры снять. Сейчас еще что-то повалится. Вот это вот черная штучка. А, все, не надо, я пошла. Так. Если тут есть дети, то отведите их от экрана. Буквально на 5 секунд. Можете их обратно.